Здравствуйте, друзья! К нам приехал Луняшин рацион, вся ее еда примерно на месяц. И сейчас я вам покажу, что именно она кушает, сколько это стоит и как это все выглядит. Все, приятного просмотра. Буся спит. Бубочку. Бубочки сон час. Вот так. Мурлыка-курлыка. Так, вот примерный Луняшин рацион подъехал на месяц. Еще немножко чего-то не хватает. Да, я расскажу. Такие подарочки я тоже люблю. Но это не подарочки, это на самом деле все мы покупали. Так что вот сейчас все распакую и вам покажу, что там, чем лучше питается. Так, вот распаковочка. Это у нас рыбка, нерка. Рыба дикая, прекрасная, обожаю нерку вообще, она и достаточно жирная, и вкусная, но не такая жирная, как семга, искусственно выведенная, а точнее фермерская. Вот. Это у нас говядина, здесь где-то 27, по-моему, килограмм. Тоже мы берем в одном месте, потому что у них и коровки, вот индюшку мы тоже там берем, и курочку берем, там просто ее не было сейчас в наличии. Потому что у них животные гуляют все лето, всю осень, получают достаточное и правильное питание, достаточное количество сена, и, соответственно, качество мяса гораздо лучше. Вот смотрите, даже видно по индейке, вот, вот жира вообще практически нет, а это уже взрослые животные. Поэтому с магазинной даже вообще и не сравнить. Вот, вообще жира нет. Грудка индейки большеватая. Так что это очень... Оно гораздо полезнее и правильнее. И, естественно, там ничем они не обколоты, никак. Ничего, хорошее, отличное мясо. Мышки. Вот, мышки единственное, что обычного разведения, не знаю, чем там точно кормят, но надеюсь, тоже неплохо, когда-нибудь сама заведусь разведением мышей, сейчас возможности нет такой. Так, и давайте вам расскажу, что здесь по деньгам вышло, потому что достаточно частый вопрос. Нерка у нас вышла за 650 рублей килограмм, в каждой рыбке примерно 4-5 килограмм. Шею мы берем по 450 рублей за килограмм и индейку за 500. А мышей я, честно, не помню точно, потому что мы там целый ящик здоровый заказывали. Вот такие дела. Немножко тут еще не хватает субпродуктов разных, курочки для ее полноценного рациона на месяц, потому что там чего-то не было, и цыплят суточно. А в остальном вот это примерно, вот здесь вот еще квадратик бы заняли, курочки и цыплята. От перепелок она отказалась полностью, совсем их не хочет есть. Ну и вот так выглядит ее рацион на месяц. Еще витаминки. Вот так, кому интересно. Вот, рыбку в неделю она съедает, а одна рыба нам. Все по-честному поделено. Так, вот смотрите, какая говядинка, шею мы обычно берем. Вот так она выглядит. И сейчас я вам покажу, какую нам шею прислали другие поставщики. Тоже как бы по картинкам, по рассказам вроде бы неплохие. Потому что у нашего поставщика не было какое-то время мяса. Там, ну, неделя проволочки была. И мы подумали, что хорошо бы найти еще кого-то на подстраховку. И вот, заказали у одних, сейчас я вам покажу, что они нам прислали. Это смешные люди. Вот, например, куда вообще мясо с краев делось. Что это за... Что это за кусок? Что это за шея такая? Щедрость вообще, Гринис не знает. Вот это вот все кость. Да, кстати, Винюша в гостях пришла. Говорит, тут мясо разделывают. Я поприсутствую, пожалуй. Аккуратно, ты умеешь аккуратно, как и собрать. О, если честно, страшнее, чем Луняшу давать. Все, учим Веню новой команде. Нет? Что? Команда не слюни пускать. Стой. Нос. Нет. Нос. 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 Можно.
На носу. Молодец. Сидеть. Нет, не надо лапу. Да, лапу не надо. Нос. 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 Молодец, можно. Вот на носу можно. Ешь. Веня, вот же. На носу держать научилась, надо научить еще с носа съедать. Молодец. Чем еще мается минус 30? Ну, рыбка вкусная. Вот так. Вот так. Вот, кустичка, кустичка, ешь, 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 ешь. Кустичка. Засранки какие, вы посмотрите на этих зверей. А, говорит, мяско буду. Оп. Фу, рыбой красной кормят. Нормальные вообще. С кошкой так поступать и с собакой. Ну вы чё? Я готовила такую нарезочку. А вы? С обманкой можно это. Красной рыбой накормить? Да-да-да. Вот, если не знаете, как накормить своего леопарда красной рыбой, можете ему телячью вырезку сначала давать, а потом паровозиком рыбку дать. Вот плюется вообще, а там, потому что с нижней частью. Ой, вот вкусная. Вот это вот вкусная часть, да? Нельзя, чтобы это от кожи кусочек был. Такие, понимаете? Кто тут принцесса вообще? Денис, упусти. Так она не ест рыбу вообще. А мясо? Так а нет мяса больше. Давай-давай, рыбку надо кушать. Зимой особенно. Давай, не уходи. Не убегай. Не убегай. Не убегай. Не убегай, не убегай. Не убегай, не убегай. Оп-оп-оп. Все, Бубочка просто хотела сегодня мяско, а не рыбу. Да, скажу, у меня сегодня мясной день, а не рыбный. Не четверг же все-таки. Вот такие вот вообще привередливые. Привередливая, точнее, она. Веня-то рыбу сырую никогда не любила почему-то. Даже соленую не любит. А Буся вот так вредничает. Она совершенно отказалась от перепелок. Вообще их не ест. Более-менее ест мышек, цыплят. Ну и вот рыбу так. После уговоров долгих. Кстати, кто-то спрашивал, она что не умеет сама есть, вы ее кормите с рук. Ну, с рук это полезно кормить, чтобы не было никакой пищевой агрессии, чтобы я спокойно могла подойти и взять у нее кусок мяса, когда она ест, чтобы она понимала, что я вообще не претендую на ее пищу. Ну и сама она, конечно же, есть тоже умеет. Сложно не уметь вот так есть. Все. Спасибо всем за просмотр. Очень вкусненько. Пожелайте Луняше приятного аппетита. Пока-пока.